Здорово, у микрофона Блаксуня, и меня обманули. Да, я не знаю, зачем я появилась, но меня обманули. Ну, то есть я такая, значит, захожу в Тавр спокойно поиграть, и тут я вижу, девочка пишет. Доначу за петов, не обману, прям такие сердечки. Ну, то есть она написала. Там доначу за петов, и вот такие два смайлика. Раз, и... Вот. Типа такая. Типа, значит, за пэта и это смайлик. Ну, типа, знаете, там уже много. Фа точно не обманет. И, знаете, такая. Ну, я такая. Я обычно не велась никогда. Никогда. Сейчас такая. Ну, ладно. Ну, мало ли, что может не обманет. Я, значит... Вот, значит, я захожу в аду. Ну, я все написала, она сказала за райт Пэта, это моя мечта. У меня был райт Эму, который мне подарила моя подписчица. И, значит, получается, она написала году подмену, я захожу, и, значит, она говорит... Типа телепортируется ко мне, кидает рейд, и я ей даю райт М, но я еще не отдала, я спросила, а как ты будешь перекидывать через группу, она сказала, нет, через сайт, я не знаю, что за сайт, но она сказала, перекинуть через сайт. А такая, ладно, но мне уже стало как-то подозрительно. И я, значит, ладно, отдаюсь подозрением Эму. Райт, и она, я спрашиваю, сколько робоксов за нее дашь, она сказала 600, пока, ну, она не ответила, она спросила, какие у тебя еще есть пэты. Я сказала, что, ну, пока, она мне кинула третье, показала всех пэтов, и получается, такая, за это я могу дать 1000 рубаксов. Я говорю, нет, ну, типа, говорю, а вот так. То есть, я и райт ему уже отдала и показала 2 эму и отменила трейд. Она сказала, что так даст 650. Я сказала, нет, и попросила дать робуксы. Она сказала, она что-то там промолчала и начала делать там всякую, ну, короче, вот эти, вы знаете, там, эмоции. Потом, через несколько секунд, она ответила, ну, через минуту она ответила. Просто и отправила смайлик с сердечком. Я, значит, и получается... Я попросила опять дать робуксы, она опять начала эти эмоции делать, и такая подходит, ну, начинает уходить и написала, ха-ха, я тебя обманула. Ну, она такая уже отправила, значит, вот такие вот смайлики. И сделала вот такую эмоцию, где ты там сидишь. Она такая кинула мне трейд и такая ставит туда райт Эму и говорит на. Ну, я такая, реал мне? И типа она отклоняет трейд. Ну, как и задумалась. Потом еще раз кидает трейд, ставит райт Эму, соглашается, во второй раз ждет время и выходит с сервера. Сейчас она просто зашла в Тавр и обманула еще 2 или 1 девочку. Смотрите. Сейчас покажу. Ну, вот, значит. Вот, запомните ник Липтон 1456. Вот, значит. Она такая, есть РПЭТ, я, ну, типа, кому, вот, кому донат за райт пэта, не обману. И там она еще вот эти смайлики ставила, когда я с ней переписывала. Такая, я, у меня нет, у меня, что есть, не верьте, у меня, ну, то есть, всякое писали, сова, да, ага, давай ФДР, ага. Написала, она обманула. Она меня обманула, не верьте, поже, пошли в Adopt Me Please. Она написала, ок, там какая-то девочка писала, а я ей говорю, она, ну, короче, я их предупредила. Ну и, в общем, сейчас я вам покажу эту девочку, пожалуйста, не ведитесь.
Вот эта девочка. Она сейчас играет в Tower of Hell. Я вам сейчас ее покажу. Что она делает? То есть, сейчас она в чат писала. А, вот, это тот сервер, я писала. А, ну, тут это тот же самый сервер, который сейчас был. Она сейчас находится тут на сервере. Возможно, она удалила меня из друзей. Потому что тут ее нету. Что за фигня, простите. В общем, вот эта девочка Липтон 1456. А, она даже... Вот, она играет в Tower of Hell. Пожалуйста, не ведитесь. Так. А, я опять на том же сервере вроде, да? Он, наверное, меня из друзей удалил. Ну, ладно. Давайте рассмотрим скриншоты. Пожалуйста, запомните ее ник. Пожалуйста, не ведитесь. Вот, значит, заходим в галерею. И, блин, что-то так лагает. И тут вот снимки экрана. И, значит, получается, тут смотрите, я вот сделала скриншот. Вот, значит, Липтон 1.4.5. Вот так она выглядит в игре. Запомните. То есть я спросила. Сейчас. Давайте переверну, чтобы вам было удобно. Я спросила. Значит, ты не обманешь? Она написала нет. О, я такая. Вот, видите, вот с таким смайликом. Я потом написала, что я снимаю, на самом деле нет. Вот. Она написала там ок потом. Вот. Я спросила, как робоксы перекинешь? Тут написала через сайт, вот, какой сайт, в Гугле написала. Она такая, ок, типа, вот, трейд совершился. И вот она мне тут пишет, я тебя обманула. Она, типа, и вот, значит, она кидала трейды, типа, такая, на, это тебе, ну, потом отклоняла. Вот такая обманщица в Роблоксе у нас есть. Ребят, пожалуйста, не ведитесь. И просто не ведитесь. Никогда не давайте пэтов. Может, обманет, может, нет. Я не знаю, но очень много обманщиков сейчас. Значит, сейчас посмотрим. Очень много обманщиков сейчас пошло. И просто невозможно тут, знаете, постоянно обманывают. Но у меня не было такого, чтобы вот прям правду говорили и не обманули. Ребят, пожалуйста, посмотрите это видео до конца. Предупредите своих друзей про эту девочку. И сами-то не ведитесь. Помните, Липтон, что там, 1, 4, 5, 6, да? По-моему, да. В общем, вот, она всех обманывает, и я просто в шоке. Я там девочек предупредила, никто мне не поверил. Пожалуйста, не ведитесь. Да, ребят, зайдите на мой Discord сервер. Там я... В общем, заходите на мой Discord сервер, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и всем удачи, всем пока.